Сегодня третий заключительный конкурс районных вахт памяти, представление мемориалов, на котором курсанты, учащиеся школ ПТУ лицея внесут вахту памяти. Этот конкурс длится в течение года, он состоит из трех этапов. Первый этап в этом году – это был квест по монументу славы, то есть знание исторических мест нашего монумента славы. Второй этап – это профильная смена на берегу Обского моря с проведением различных родов патриотических направленностей мероприятий. И третий этап заключается в представлении своего памятника. Значит, участников в этом году было представлено 7 участников из районов города Новосибирска, то есть 7 районов города Новосибирска. Сейчас как раз вот на данный момент я вам даю интервью, и сейчас вот сию секунду идет подведение итогов. И вот ребята еще не знают о том, что мы приготовили им, ну, можно даже назвать сюрприз. То есть мы специально держали эту информацию максимально в секрете для того, чтобы, скажем так, ну, честная была борьба, и раскрываю вам первым, да, ну, как на правах эксклюзива, ты молодой, раскрываю секрет. Вот скоро мы узнаем, кто будет победитель. И та команда из районных постов номер один, которая займет первое место в этом конкурсе, она поедет в наш город-побратим, в Минск, на вахту, международную вахту памяти. Мы специально решили, дабы поднять престиж районных вахт памяти, вот сделать ребятам такой подарок.